Йоу! Всем привет, ребятки! Всем привет, дорогие зрители! Сегодня у нас очень замечательное поедание еды, а именно роллтон лапша с добавлением перца и хинкали кавказские и морковча. Всем приятного просмотра, но мы приступаем к скоростному поеданию. Ты готов, Русланчик? Все, дай Бог добра, здоровья и удачи. Поехали. Не сильно удобно вилкой, да? Юшки много. Тебя что, с голодного края выпустили? О! Ням-ням. Ты гиена дикая. Нифига себе. Что же ты думал? О, вкусненько. Ты что, разозлился? Ну а что? Тут все жестко. Ох и гиена, ё-моё. Бомба. Угу. Супер. Да ты даже не успел почувствовать. Желудок сам почувствует. Я в шоке, друзья. Фу. А я уже наелся. А ты как? Наелся? Фу, я выпил эту жижу, я херел, блин. Да, жижа такая. На фонтан? Вот хинкалики вообще залетели. Хорошо. Ох, нифига себе. О, меня сейчас разорвет. О, ого, резко так что-то глянул. И морковку по-корейски всю съел. Ну, а что ты думал? О, все, теперь осталось прилечь и все. О, вкусно. Да? Угу. Не. Как ты так быстро съел? О, а, не херпеть. Да просто все вкусное было. Мивинка вкусная. Мне и как ты себя чувствуешь? Охеренно. Сейчас только прилечь. Фух. Узика откинуть и все. А я конкретно наелся, ё-моё. Друзья, кстати говоря, это видео мы снимаем
перед матчем. Да. Перед футбольным матчем мы завтра едем уже на футбол. Так что? Будет играть Динамо Киев. И Заря. Луганск. Да. В Запорожье. Купили билеты. Но как купили, блин, а Русланчик... Шо? Все нормально. Рассказывай, как было. Короче, блин, что-то купил хер знает где билет. На углу. На углу подешевле, чтоб там терапия. Потом узнал дядя Дима, что хер знает где купил. Ты, блин, вообще дурак. Хер знает где купил. Охерел, блин. Такой сразу. Ну, говорит, блин, если бы мы жили в Запорожье, рядом с этим стадионом, что сели на маршрутку, приехали за 50 рублей, посмотрели, то... В принципе, нормально. Ну, там, что полматча не видно, ну, то ничего страшного. Но мы едем, блин, из другого города. Это попадаем на бабки. Да. Туда-назад дорога по 150 гривен, мама не горюй. Плюс там похавать туда-сюда. Нам надо по центру, чтоб все было видно, там, где выходит команда. Так что попали на бабки, считай, грубо говоря, что два билета купили по 50, да, на 100 гривен. Попали. Да, выкинули. И взяли новые билеты прям посредине, там, где выходят... Игроки. Да. Пятый ряд, так что... Будет охеренно. Да, сейчас покушали, поспим, и завтра в путь-дорогу. И завтра в путь-дорогу, блин. Мы, срачка после этого не нападет. Да хер его. Чтоб весь футбол на сортире не просидел. Не дай бог. Не дай бог. Да, вам говорим приятного аппетита. Аппетита, это кто точно кушает под наш видос. Спасибо, что посмотрели нас. Чики-бомбони охеренно, на этом мы прощаемся. Всем дай бог здоровья и удачи. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока, ребятки.